Ты не нас снимай, ты его снимай. Счастье какое! Ой! Да нет, все равно. Че нет, все равно. Елочку снимите, че? Вон гирляночки наши. Снег за окном сними, друзья. Сугробы. На пороге новый 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год. Но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся. Новый год у нас – это прежде всего семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве, с подарками и сюрпризами. С особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними. Если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты. Поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости. Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом. Где бы мы ни находились, за семейным столом, в веселой компании, на праздничных улицах, нас объединяет приподнятое новогоднее настроение. А современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. И, как всегда, мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведет самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результат. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам. Дорогие друзья, на наступление 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова. Простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботы и внимание. Пусть в новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему. Чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы! С праздником вас! С новым 2018! Ну, вы слышали поздравления нашего президента с Новым годом. Мне трудно что-либо добавить. Я обращаюсь ко всем подписчикам «Видео Дорог России» и «Видео Дорог России 2». Сейчас будет короткое видео о салюте в Москве. Такое положение определено. И следующий ролик. Следующая часть – это через час, в час ночи по московскому времени, когда наступит Новый год во всей России.
Вот сейчас ждем. Не знаю, видно будет или нет. Но это Марьино. Местные такие невысокие, небольшие салюты. Так, ну вот, начались. Надеюсь, видно будет на видео. Это вот в центре, на Красной площади. Далее, левее. Ну, плохо видно. На Поклонной горе. Ну а в час ночи по московскому времени прямо на берегу Москва-реки, вот отсюда метров 300, я вижу, установка стоит, ждет своего времени. Еще раз обращаюсь подписчикам видеодорог России, видеодорог России 2. Мои самые наилучшие пожелания вам в 2018 году, в 2018 году. Надеюсь, он будет более удачным, более счастливым, более радостным и более запоминающимся. На Красной площади продолжаются салюты. Продолжается салют. Ну, подождем еще часик. Я надеюсь заснять салют с установки, которая стоит вот буквально в нескольких сотнях метров от окна. До салюта, который начнется, осталось около 5 минут. Вот видим, запустили. Положение определено. Запустили фонарь. Китайский. Вдали видно, летают вертолеты над городом. Солдаты, которые будут производить салют, уже находятся в пусковых установках, установках рядом с ними. И вот такой салют-фейерверк будет продолжаться до утра. Thank you.
потихоньку собирается народ, чтобы полюбоваться на этот фейерверк. На территории, где стоят установки. Окружена. Туда не подойти, близко не пускают. Как одиночные залпы производят фейерверка. А вот сейчас, надеюсь увидеть, заснять салют профессионалу. Осталось меньше минуты. Не знаю, камера, наверное, не может заснять, но весь город в фейерверках. Началось. Все, Новый год наступил во всей России. Если смотреть в бинокль на эту красоту, такое ощущение, что находишься внутри. Зрелище потрясающее. Зеленые. Не хочу переводить на другие точки, но поверьте, по горизонту порядка 30 точек таких залпов.
дым возле стартовых установок от залпов. От залпов содрогаются стены из пекла. Финал. Потрясающее золото падает с неба. Ну вот, друзья, во всей России наступил новый 2018 год. Еще раз поздравляю, еще раз всем удачи, счастья, благополучия и мира.